Он сидел, что ли? Там рядом клипы зэков там. А, ну что там в Ютубе выбивает. А, вот дяк. Ну, проверил. А, так он тоже, два дяка, братан. Это вообще какой-то Денис кавер. Шазам распознает его, или это первый певец, которого Шазам не знает? Тебе если нравится, ты скажи, что здесь есть свои, братан. Сами можно поделиться. Не, вот тот в шапке танцует, конечно. Чувак, а ты двигаешься, смотри. Нет, какой жидкий галик. На жидкий галик? А как вам мотив? Мотив сумасшедший. Чисто в караоке, да? Можно будет сходить, да, получается, после игры? Да, да. Все. Эй, идем, втроем, гоу, концерт, привет, салатуха. Целовать мне хочется дочки твои глаза. А что по качеству клипа вообще? Это какого года? В 96-м закончил. На Маршалл не похож был? Чуть-чуть, есть. Нет. Мирон. Такой. А любви, да, больше, да? А, ну, виноград я люблю, а вот песню вот эту вот. Он такой, да, весельчак, да, такой, бродяга. Вот. А если бы ты в Беслане бы поставил, а? Ее? Да. Взорвало, мне кажется, нет? Так, может, его надо это раскручивать? Не, ну это Ти-Ти-Е вариант песен вообще. Ти-Ги бы понравилось. Он такие в комнате часто поет, да. Жалко, Шазама нет сейчас. Хороший велосипед. Не такой он, конечно, красавчик. Рубаха парень, да, он такой? Не, мне та песня больше нравилась. Ну, это какая-то... Более грустная такая, знаешь, под настроение сейчас. Эту такую даже никуда не включишь. Не. На такую я бы не пошел. Вот на ту пошел бы. У него концерт будет скоро. Давай пойдем. Пойдем. You can move, then. It sound good. I don't understand, but... Вы вообще знаете? Сейчас Азуль, yes. Go to home. Yes. Google, yes. Солодуха. Хочется потанцевать что-то? Ну да. Не-не, все уже, где билет надо взять? Я уже иду по любому. Сколько стоит меньше долларов? Сколько? Меньше долларов. Не, нормальная тема, вот так. Да. Эта песня хорошая. И машину будем ставить? Можно раз, машине там... Не подойдет. Сам мог постановить. Он благотворительностью занимается, что ли? Или на него просто такой спрос, что он уже всех подряд зовет? Саша Солодуха, официально. Посмотри. Рубашка, все дела. Они реально белорусские, да, Стас Михайлович? Я бы лучше на проспект Победителей сходил. А тебе сходил? А я бы сходил.